Здравствуйте! Сегодня мы будем делать из бумаги ветрячок или ветряную мельницу. Нам нужно сделать из А4 квадрат. Как это сделать? Очень просто. Складываем по короткой стороне, по диагонали. И сгибаем. Оставшуюся часть можно отрезать. У меня есть цветная двухсторонняя бумага и белый лист бумаги. Все это можно раскрасить, нанести какой-то рисунок. У меня высохла краска, можно начинать делать вертушку. Складываем лист пополам, разворачиваем, потом каждой половинки складываем еще пополам к середине. Так, мы сложили пополам и еще пополам. Получилось 4 части. Закрываем, складываем еще раз пополам. Аккуратно все. Уголочек к уголочку. Разворачиваем. Получилось 2 части. Складываем еще раз пополам. Два. Получился квадрат. Так, вот у нас получился такой лист, так вот сложенный. Сейчас нам нужно сделать, свернуть по диагонали. Вот этот квадрат, вот этот квадрат, вот этот и вот этот. Так, чтобы это сделать, нужно развернуть. И здесь вот так прогнуть. И с другой стороны точно так же. И у нас получается, что мы можем согнуть этим сгибом. Получится такая лодочка. Аккуратно все выпрямляем, сгибаем. И с другой стороны точно так же. Сложив, я поняла, что рисунок оказался внутри, поэтому я развернула и сложила по складкам рисунком наружу. Итак, вот получилось у нас такие вот две лодочки, и сейчас нужно просто загнуть вот эти вот хвостики в разные стороны. Итак, вот получилась у нас такая вертушечка. Берем канцелярскую кнопку, подтыкаем палочку от роллов. Тоже я заранее сделала дырочку. Вставляем. И вот получилась такая вертушечка. Берем квадратный лист бумаги белый. Сворачиваем по диагонали, и чтобы он у нас был такой красивый, каждую частичку раскрасим в свой цвет и дадим высохнуть. Итак, я раскрасила квадрат в разные цвета с двух сторон. Он у меня высох. Сейчас мы начинаем делать второй вариант вертушки. Я сложила по диагонали квадрат. Так вот и вот так. Получился центр. От центра отмеряем 3 сантиметра. 3 вот сюда. 3 вот сюда. И с другой стороны точно так же.
и разрезаем вот этой метки от угла до сюда. Можно разрезать. Так, вот я разрезала. Сейчас в центр наносим клей. Клей карандашом быстрее сохнет. Берем один уголочек и приклеиваем. Точно так же приклеиваем все остальные уголки. Вот у меня серединка подклеилась. Нужно взять опять канцелярскую кнопку. Протыкаем серединки. И крепим на палочку. Вот, получилась вторая верхушка.